Так, а вот что я... Весьма. Как я уже упоминал в предыдущем письме, мои дорогие соратники, как я уже упоминал в предыдущем письме, я давно слежу за вами. И честно говоря, вы заинтриговали меня еще до того, как прибыли сюда. Физер Блюлейк. Дело в том, что я лучший знаток вопросов еды и выборе ресторанов. Именно так я узнал, что вы держали Мерсисал и небольшое заведение, которое принесло отличную прибыль. Приносила. К сожалению, однажды что-то пошло не так. Местные конкуренты обвинили вас в продаже крысиного мяса, что нанесло серьезный ущерб репутации вашего бизнеса. И это событие было освещено в прессе, и вы знали, что вскоре местные власти затеют расследование. А не знаю, у нас случился пожар. Интересно, кому из вас пришла в голову эта блестящая идея? Ваша лавка сгорела дотла, и от нее не осталось ничего, кроме двух не подлежащих оказанию трупов в хозяйской одежде. Все решили, что вы мертвы, но, полагаю, к тому времени, когда все это произошло, вы уже сидели в поезде, уносящем вас прочь. Просто гениально. Должен признать, я тоже чуть не попался на эту удочку. Чуть позже некая таинственная пара с гордостью, предлагавшая покупателям лучшие мясные пироги в городе, открыла новую лавку в Саут-Фолке. Кроме того, многие из моих друзей рассказали, что удостоились возможности насладиться приятной компанией владельца лавки. Интересной женщины, конечно, все это могло бы быть просто одним огромным совпадением. Две разные пары в двух разных местах, и в этом нет ничего подозрительного, но у меня кое-что не складывалось. Мои подозрения подтвердились, когда лавочка в Саут-Фолке закрылась. Вы были замечены покидающим город в большой спешке, с одним небольшим чемоданчиком. Неужели кто-то раскрыл ваш секрет и догадался, чем вы занимаетесь на самом деле? И вот теперь здесь, в Сизер Блю Лейк, та же самая история. Нездешняя семейная пара готовит так, что пальчики оближешь. Я провел свое расследование, чтобы прояснить все для себя. Но его надо писать сразу и навсегда. И в ходе слежки за вами нисколько не удивился, когда понял, что не все покупатели, заходящие в вашу лавку, покидают ее. Ведь я не обвиняю вас ни в чем. В конце концов, в наши дни сложно найти качественное мясо. Та-та-та-та. Качественное мясо. Ужас. 35 фунтов. 35 фунтов. Фунтов шмунтов. Пицца. Блюдо на противне готово. Шпонка. Шпонка. Так, что у нас там?
8 из 12. Здесь у нас 5. Наряжаем манекены. Мясной фарш, мука. Две кучки здесь там. Они там сами все. Все сделают в печке. Мясной фарш. С мукой как-то поладят. И получится пирог. Тик-то сюда. Чух. 10. Так это готово. И это туда. Лучшими. Стол, духовка, скорость духовки, мясорубка. Разблокирует дополнительный разделочный стол. Манекены. 30. Все. Так. Еще один манекен. Здесь у нас одиннадцать из 12. Из трех. 11 пирогов из 12. Надо все приготовить. Так, еще одну фарку. Еще сшить один наряд и оставить его здесь. А это оп, рот берет и туда идет. И можно открывать лавку. Открыть лавку. Почему так происходит? Ну, ладно. Так. О, герои покупатели. Девушку зарезал. Семерка.
Клуб. Следы преступления надо убрать. И срочно еще шить наряды. Они сами себя не сошьют. Здесь тоже все очень сложно. Освободилась. Вот девушку туда, того. Вот. Ну, вот такая фабрика грез. Девушка ждет. Как раз он зарезал тетеньку, держит ее на плече. Главный герой. Еще должен попасть. Пойду внутрь, жди меня здесь. Не вздумай убегать. В окрестностях пропадают люди. Я бы на твоем месте не бродил по округе. Хорошо, мистер Эллиот, буду ждать вас здесь. С возвращением, мистер Эллиот. Я ждал вас. Здравствуйте, Персималь. Пожалуйста, встаньте перед зеркалом. Мне нравятся люди, которые не тратят мое время зря. На этот раз я направляюсь в опасное место, полное диких зверей. Мне понадобится мое лучшее ружье. Иначе не успеешь оглянуться, а тебя уже повалили на землю. Хищные и посетительные создания. Хотя видеть чучело над камином, они нравятся.
нравится мне гораздо больше. Уверен, вы понимаете, что имею в виду, Персиваль. Да-да, понимаю. Я привык зарабатывать на жизнь охотой. Я не люблю оружие. Я лучше дождусь, пока жертвы попадут за пространные ловушки и завязнут там, как мощь в паутину, а затем закрою их до смерти. Никогда бы не подумал. Мне казалось, вы всю жизнь работали по одному. Я предпочитаю не упоминать об этом. Хотя, думается, мне в этом городе все тайное рано или поздно становится явным. Кстати, возможно, вы знакомы с человеком, который носит прозвище Мистер Джин. У вас уже такая известная в городе личность. Это весьма резонный вопрос. Моя слава всегда пошла перед меня. Конечно, я знаю, он знаком с людьми, имя которых начинается на «Джи». Но и целой тетради не хватит, чтобы всех их перечислить. Подумайте как следует, кто-то, кто вас ненавидит. Или если вы не сошлись характерами. Меня все обожают, Персиваль. Вы утомили меня этим и разговорами. Может, кто-то желает вам знать? Достаточно, хватит нести чушь. С моей стороны была ошибка приехать сюда, в эти трущобы. Как всегда, от хороших манер ничего хорошего не жди. К счастью, ты меня чертовски бесишь. Ужас. Этот тип не на шутку действовал мне на нервы. Нам не следовало приезжать сюда. Лучше бы этому так называемому мистеру Джею припасти для нас награду получше. Теперь нужно найти место, чтобы спрятать труп этого придурка. И место похолоднее. Вернется. Так. Труп здесь будет ценности и сохранности. Что ты здесь делаешь? Доброе утро, Саш. Извините, что беспокою вас. Вы случайно не знаете, куда делся мистер Эллиот? Он сказал мне подождать снаружи. А я на минутку зашел в паб внизу. Оттуда доносились какие-то аппетитные запахи. А я был ужасно голоден. Затем добрая леди дала мне пирог. Он был очень вкусный. Но у меня нет с собой ни гроша. Поэтому я искал мистера Эллиота. Моего нигде нет. Он уже вышел из лавки. Он ушел несколько минут назад. Ох, неужели? А он не говорил, куда собирается пойти. Мне ведь нечем заплатить за пирог. Он ничего мне не говорил. Но я уверен, он вернется за тобой, мальчуга. И не переживай по поводу пирога. Считай, что он был за счет поведения. Ох, спасибо, мистер. Вы так добры ко мне. Однако не думаю, что мистер Эллиот вернется. Вероятно, он злится, что я его ослушался. Он купил меня и легко найдет мне замену. Но тогда найди себе другую работу. Без денег в этом городе долго не протянешь. Не все такие щедрые, как я. Может, вам нужен помощник? Я схватываю все на льду. Я подумаю об этом, мальчуга. Тогда я еще приду. Большое спасибо. Вот наш
должен понадобиться помощник в пабе. Все. Вот такая мокрушная история. Мокрушники. Десять из двенадцати. Конечно, можно уже открывать лавку. 33. А, улучшение. Улучшение в ателье манекен. Еще один можно установить. Ателье. А, еще один манекен. Покупателя. Обслужим 4 покупателей. Почему-то этот еще манекен просто так станет, не задействованный. Так, это сюда. Можно, конечно, еще пирог сделать. И 12 из 12. Все, она будет чистенько. Оптимистической ночи, террористической ночи. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.